готовы бежать 5 километров, их 20 тысяч человек пробежало. Ничего аналогичного в Московской области никогда не проводилось. А многие приехали непосредственно выигрывать. В любом случае, у этого направления большое будущее. Достаточно новый или новейший вид спорта для мира. Новогорск в первых рядах в мире, мы начинаем принимать участие в этом виде спорта, развивать его. Сегодняшние соревнования – прекрасное свидетельство этого. Тактика – дожарить с самого начала до самого конца. Сказка, песня просто, кипарис, бомба, ракета, огонь, все. Эстафеты мужские и смешанные. Новогорск Черень Свимран. Браво, друзья, вы уже вписали свои имена в историю свимрана в России.